Друзья, всем привет! Сегодня у нас 23 сентября. Выбрался я вот снова по щучке попробовать половить на псле. На свои места приехал, по затончикам поплаваю. Ну и само русло тоже проверю. Псла на озерах особо не клюет щучка. Так что вот решил проверить все. Надеюсь, на псле более такая ситуация поприятнее. Хоть пару хвостов да поймаю сегодня. Всем желаю приятного просмотра. Я сейчас собираю спиннинг и выплываю. Ну что, друзья, начинаем рыбалочку. Первый такой затишок. Буду сейчас здесь кидать. Пробовать щуку выманить. Пока не клюнула на первом забросе. Это хорошо. А вот на втором уже можно клевать. О, есть, друзья, прикол. На четвертом забросе, не, на третьем, мелкий шнурок. Я, в принципе, и знал, что он там будет. Частенько я тут их ловлю. Ну, вот есть первый на сегодня вот такой шнурочек. Отпускной, конечно же. Ну, радует, что хоть мелкая есть. Тихо-тихо, не надо свечки тут делать. Сейчас я тебя выпущу. Это шайнер сработал, 115-й от Беркинга. Воблерочек в таком фиолетовом расцвете. Так, сейчас будем отпускать. Тише, тише, тише. Сейчас освобожу, не дергайся. Тихо, тихо, тихо. Вот, друзья, вот такой первый шнурочек с третьего заброса. Ну, есть поклевочки, это радует, хоть такая, грамм 100 где-то. Такую, конечно же, отпускаем. Плыви домой. Оп, оплыла. Сейчас вот, друзья, плаваю по таким заводям. Ну, пока как-то щука не хочет себя проявлять. Где-то километр уже проплыл. Это типа затончик такой параллельно пслу идет. Глубина небольшая. Здесь не больше метра. Кидал и воблерками, и резиной, равномерочкой прокидывал. Ну, не хочет щука брать пока. Сейчас выплываю обратно на псел. По руслу поджигую, еще там пару мест заплыву, затончики. В общем, поиски продолжаются.
была поклевочка. Точно поклевка, но походу окунь. Такое, хотя может и щучка, посмотрим сейчас. Еще разок проведу там. Точно поклевка была на вертуху. О, есть. Окунь, походу, все-таки бил тогда. Вот он. На вертуху, да. То был окушок. Я же говорю, что-то было. Какая-то поклевочка. Это не щука, конечно, но хоть что-то. Тут уже плаваю часа два и вообще поклевок нету. Плыви домой. И вот, друзья, снова она. Это сеть, блин. Как же они достали уже эти сети. Вот уже подготавливаю место для сеточки. Попалась даже плотвичка, вон какая. Сейчас я тебя выпущу, стой. Хорошая плотва такая. Плыви и не попадайся в сети. Подлещик один, не густера, густерочка. Тихо, сейчас выпущу. Такая густера. Ладошечно, плыви. Друзья, есть поклевочка. Опять же на вертуху.
Что-то клюнуло вместе. А, это щуря. Это супер-мега щука. Вот аквала вертуху. Тихо, тихо. Да ну, блин, отцепись. Вот, друзья, смотрите, такая щучка. Вообще это просто хандец. Грамм 30, наверное. Окуняги то крупнее ловятся. Что-то вообще щука обмельчала на псле. Давай, иди. Ух ты, вот это она, вот это она, вот это хорошая. Вот она в траве где стояла, блин, иди сюда. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ушла в траву, блин, все, походу не достану. О, вышла, вышла, вышла. Иди сюда, родная. Блин, опять в траву зашла. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Вот она. Взяла все-таки хорошенькая. Такая, ну, где-то грамм 700. Вот я и разловил нормально Skyline свой 3.14. Правда, на вертушку, не на джиг, но все же. Тихо, тихо, тихо. Оп, пойдет такая. Хоть что-то домой взять на жареху. Такая грамм 700, я думаю, есть по-любому. Снова вертуха, та же мэп-строечка сработала. Вот где щука стоит, в камышах. В кущах самих, сейчас жарко. Она зашла в кущи и стоит, не выходит. Заглот хорошо взяла, как обычно. Аккуратненько достал. Вот, друзья, такая грамм 700, где-то, я думаю, есть 800. Так, ну, щучка, сейчас мы тебя завесим, сколько ты будешь весить. 750 грамм, ну, вполне, вполне съедобная щучка, можно взять. Ну что, друзья, и снова вертуха выручает в таких вот местах, как раз вот лежит коряга, и тут... Перед корягой получается трава, вот, и вдоль вот так вот травы я проводил вертушечка и стояла тут походу где-то в траве или там под деревом, возможно, и выскочила щучка такая вот 750 грамм. Так что долго я плавал, рад даже вот такой, вроде небольшая, но все равно приятно, что хоть такая клюнула, то что плаваю уже долго, поклевок нету, то один шнурок вообще такой грамм 30 и пару окушков поймал, а вот хоть такая более-менее зачетная щучка клюнула, хотя уже времени 2, ну, около 2 часов дня сейчас. Так что сейчас, наверное, подобедаю
И, возможно, еще порыбачу трохи и уже буду сматываться, ехать домой. Все, продолжаем рыбалочку или обед. Сейчас подумаю. Возможно, еще покидаю. В общем, друзья, встал подобедать. После той щуки покидал еще минут 20 там в траве. Ну, поклевок не было. Так что сейчас вот встал тут в такой затишок, в тенечке. Тут солнце жарит так хорошенько. В общем, сейчас быстренько перекушу. Убрал я с дому макароны со стыгенцем, яйца, помидоры, в общем, все как обычно. Сейчас перекушу и потом еще, возможно, пару часиков порыбачу, посмотрю, если поклевок не будет, то поеду домой. Если будут поклевочки какие-то, то, возможно, еще уже до вечера порыбачу. Так что все, начинаю обедать. Долбил, вот надолбил. Хороший окушок. Стоят в берегу, в траве, на вертуху. Я вот так вдоль берега плыву по ветру и обкидываю бережок. Так что пока только окуня. Щучка не хочет. Опа, есть. Друзья, поклевочка. Это походу щупачок. Небольшой, но щупачок. Опять на вертуху взял. Такой отпускной. Да, щуря прям. Тихо. Такой мега щук. Тихо. Все, убежал. Вот доплыл уже до такого, пошел мелячок уже и камыш. И вот сразу на первых метрах камыша поклевочка мелкой щуки. Продолжаем. Может, тут и хорошая стоит. Вот, друзья, только что не снимал вот такого, завалил горбачика. Вот уже вертуху. Вот такой красавец. Тихо, тихо. Такой красавец. Все, друзья, рыбалочку уже закончил, вышел на берег, сейчас буду собираться ехать домой. В общем, уловчик сегодня скромненький, сейчас покажу. Вот такой улов: щучка одна 750 грамм и окушок грамм 150. Окушки поклевывали, ну я всех отпускал. Как бы щучки мелкие тоже поклевывали, тоже всех отпускал. Одну такую забрал и все. Так что сейчас рыбу быстренько почищу. Собираю лодку и буду двигать домой. И как раз по пути домой закину вот этот вот мусорный пакетик с сеткой. Закину мусорку там, где она должна быть. Все, друзья, всем пока, до новых встреч.